Всем привет! Сегодня у меня десерт. Это, ну, будем так называть, сырники на овсяных отрубях. Вот смотрите, вот здесь у меня 1,5 столовые ложки отрубей, залитые молоком. Потом что-то я не съела, все это в холодильнике у меня провело ночь. И вот такой вот имеет консистенцию. То есть такие размоченные хорошо овсяные отруби горячим молоком. Яйцо одно, сюда мы добавим соль. Если по желанию, стевия, ванилин или любой сахарозаменитель. И творог. У меня вот остатки вот такого мягкого творога. Потом от завтрака остался такой зернистый творог. Сейчас вам все покажу. Значит, яйцо. Добавляем сюда щепотку соли. Ну, обычно я не добавляю ничего сладкого, но сегодня добавлю. Примерно 1 столовую ложку я добавлю стевии. Давно мы стевию не использовали. Стевию я добавлять не буду. Чуть-чуть ванилина, капельку. Так, все это нужно слегка взбить. Перемешать, будем так говорить. Все достаточно просто. Рецепт простой, но сырнички получаются очень вкусные. Выкладываем сюда отруби. Перемешиваем. Я почему перемешиваю, положила соль, перемешала, положила отруби, потому что потом сложнее все это перемешать. Так, и у меня получится вот здесь, наверное, 2 столовые ложки творога. Так, вот этого будет достаточно. Но мягкий творог, он у меня уже лишний в моем холодильнике, поэтому я еще добавлю сюда творог этот мягкий. То есть получается в общей сложности примерно 3 ложки творога. Нет у вас 3 ложек, есть только 2, положите 2. Есть 4, положите 4. В общем, особенно не по граммам здесь не высчитывайте. Все делаем на глаз. Все получается всегда без проблем. И еще раз все перемешаем. Так, сейчас я поставлю сковородку на огонь, пусть она нагревается. Огонь минимальный, чтобы они, сырнички у вас не горели. И вот это вот все перемешиваете. Смотрите, чтобы консистенция была такая, как на оладушке. В общем-то, это такие творожные, даже будем называть оладушки. Вот такое тесто. Все, сковородка греется. Сейчас нальем 1 столовую ложку масла. 1 столовую ложку масла. 1 раз. Ждем, когда нагреется. Масло разогрелось. И неполной ложкой выкладываем. Ждем. Вот дождитесь, пока начнет запекаться вот эта верхняя сторона. И переворачивайте аккуратно. Очень нежная. Вот со второй стороны, видите, все приготовились. Выкладывайте на бумагу, девочки, кто там у нас следит за количеством масла. Вот такие сырнички, оладушки у меня сегодня получились. Сейчас мы идем на прогулку, кто с нами, смотрим дальше. Кто не идет, остается дома, готовьте оладушки. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Пока. Жакаранда, красавица. Хорошо, что пасмурное небо, да? Не, ну сейчас против солнца еще, но в главном как снег. Цветочки. Вот так надо бросить. Сюда, Миша. Вот это. О, вот они. Еще желтые. Тоже красиво. Что это такое, интересно? Вон там.
что за дерево, даже не знаю. А главное, смотри, как уши опустили, как вот собачки, опустившие ушки. Такие детали сегодня показывают. Огород. Лук. Лучок. Повылазил. Ола, ола. Ола, амиго. Ола, амиго. Ола, амиго, бэби. Кому что? Кому что? Что ты боишься? Не бойся, хорош. Помидоры. Что это? Что это? Ему скучно. Ты мой красавец. Он маленький еще, щеночек. А, ой, ой, голосистый. Укусил бы? Укусил. Лимон и апельсин, наверное. Как говорится, португальные детали. Лавочка. Камень. Подарок из Африки. О, какая. Симпатично, да? Португалия, здесь пабы. С напитками. Гиннес там. Что там еще? Все. Английский паб. Опа. А я же здесь все на велосипеде. Все горочки. Проехал. О, какой дворик. Это же не дворик, переулочек. Время раннее, 8 утра. Поэтому народу никого, потихонечку просыпается. Нам сегодня 30 градусов обещают. Но это, наверное, будет в тени 30. Потому что на солнце градусов 40. И еще пыль из Африки. Это не точно. У нас часто спрашивают, мы очень часто отвечаем на этот вопрос, что после дюкана, какое питание. Питание практически такое же. Ну, ты так коротко ответил. Не развернуто. Не развернуто. В общем-то, знаете, какое питание, наверное, должно быть? Как на закрепе. Все можно понемногу. Пир, то есть вот не увлекаться. Конечно, после кажется, что вот я похудел, и сейчас у меня будет все замечательно, я не наберу, наберете. Начнете нарушать, тут же наберете и только расстроите себя. Вот оставьте питание, закреп, это вот питание на всю оставшуюся жизнь. Сознательно. Да. Как только перестанет соблюдать, будет несознательно. Ну да, если вдруг там чудо случится, и у вас ускорится вдруг с возрастом метаболизм, то да, тогда, конечно, другая история. А так, с возрастом все замедляется, метаболизм и все. Поэтому не обольщайтесь, что вы, придя к своему идеальному весу, начнете есть булочки и останетесь. Нет. Чтобы не поправиться, не нарушайте. Не увлекайтесь сладким, булочками, тортиками, пирожными и так далее. Можете себе позволить раз в неделю съесть кусок торта. Все. И потом за это отрабатывать неделю. Нет, не надо ничего отрабатывать. Если все в пределах разумного, ничего не надо отрабатывать. А вот в эту горку я залазил на велике. Вот там. Да, и обязательно какую-нибудь физическую нагрузку. То, что прогулка каждый день. Какие розы. Вообще. Вот такие. Вот еще белые. Вот там рычит собака. А, сверху. О, жасмин. Или это что ли? Жасмин? Оп. Оп. Мне вот, кроме вот этого, еще интересует, что вот это такое. У каждого дома вот такая петля или не знаю. Она насквозь. А бывает две петли. Что-то подвешивали, не понимаю, а вторая здесь где? Здесь вот белая там роза, она пахнет, я прям здесь чувствую аромат розы. Да это, наверное, этот. Жасмин. А, жимолоский перфоль, да, точно. Вот так вот. Воткни палку, она и вырастет. Да, о чем я говорила. Обязательно каждый день прогулки. Что
чего-нибудь физически нагружаете себя. Вот я считаю, что лучше всего делать приседания и растяжки. А то, что прогулки, это не только для веса, это для вашего сердца, это для общего состояния. И я вам рекомендую, вот у кого особенно дети, с детства приучайте вот хорошие привычки, чтобы у них были. Были хорошие привычки в питании, хорошие привычки в жизни. Вечером это недолго, это полчаса. Вот все там уповают на отсутствие времени. Мои дорогие, столько времени все сидят в соцсетях, переписываются в WhatsApp, пересылают друг другу всякую ерунду. Вот это время, если вы в течение дня сэкономите, у вас вечером будет ровно час времени, чтобы выйти на улицу, пойти прогуляться с детьми, провести время, пообщаться. В WhatsApp переслать интереснее. Что? Поэтому ведите здоровый образ жизни, и все будет у вас хорошо. Смотрите наши видео, готовьте по нашим рецептам, и все у вас будет замечательно.